Hello, всем привет! Хочу вам сказать, вот что бывает, когда ваш любимый автомобиль ломается. Это в лучшем случае вы можете передвигаться на Uber, Яндекс.Такси, маршрутка. В худшем, вот находитесь на остановке и ждете автобус. Значит, что у меня получилось? Вот у меня такие детальки. Значит, у меня сервопривод, так? Сдох. Вот такая деталька у меня, она, видите, как шестерни поела. Червячная передача, вот оно видно, да? И приходится ее заменить. Значит, стоит она 25 условных единиц. Она продается вот таким комплектом. Вот ее номер для BMW. X3, X5, X6. Так. Что она из себя представляет? Вот такой он комплектик. Это на сервопривод. Будем смотреть, чтобы она подошла. Надеюсь, все будет окей. Поехал менять. Хочу сказать, все, машинку мне сделали. В чем была проблема? Проблема заключалась в сервоприводе, который находится в раздатке из-за этого пластмассового колесика, который покупался вот на видео. Я вам покажу, сколько он стоит. Вы уже видели, так? Хочу вам продемонстрировать то, что я один год уже ездил, можно сказать, сейчас зима начинается. Всю зиму я проездил с задним приводом. Проблем никаких не было. Вот когда зима уже начинается, конечно, полный привод нужен. То есть X-Drive была у меня поломка, пинание такое было. Я думал, это коробка, думал, это редуктор задний. Поменяли масло, видео тоже. То есть я ссылку на видео до этого случая я продемонстрирую, покажу. Но сейчас все хорошо. Покажу даже ролик, который делали. Еще одно но. Можно, конечно, если срочно нужно будет, а вам не можете найти данную детальку, шестеренку, так, ее можно перевернуть. Потому что ходит сам продукт данный сервопривода где-то около 90 градусов. Не 180, не 360, а, наверное, 180, да, 90 или 180 градусов. Поэтому перевернуть ее и вставляют ее обратно, и дальше могут... Но я не рискнул, купил, заменил новую, и все отлично. Все пропало, ABS заработало, полный привод. Сейчас X-Drive включается, когда нужно, когда необходимо. Ну, то есть вот такие нюансы. Смотрите видео до того, какие звуки издавала у меня релешка спереди. Ну, а так все, в основном машинка вся в порядке. Такой вот катафальчик мой. Вот он, красавчик. Поэтому смотрите и наблюдайте. А я буду бороздить океаны дальше. Наслаждаться данным транспортным средством. Бэха все-таки нормальная, надежный автомобиль. Что хочу сказать, пока такие же маленькие рывки остались, еще поеду сегодня менять масло в раздатке и в мосту. Посмотрим, что с этого выйдет, и сразу расскажу. Так вот, что у меня случилось с раздаткой? Значит, у меня сейчас работает только задний мост, задний привод, X-Drive не включается. Как определить? Когда глушим, слушаем звук вот здесь вот. Слышали, да? Значит, там прокручиваются шестерни, и сказали, там надо снять, это все поправимо. Поменять это можно, все будет. Но пока зима, да, полного привода не хватает. Вот такая случился нюансик такой. Ну, в общем, это же BMW, да, сами понимаете. Тут это не новый автомобиль. Поэтому вот такой вот произошел казус. Ну, скоро потеплеет, выгоню ее, отремонтируемся. И будем наваливать, как раньше. Да, 4WD не включается, DST отключается, поэтому только зад идет.
и такой звук. Ну, вот так вот. У него вылезло много ошибок на панели приборов. Загорелся АБС 4x4. Вот сейчас начнем смотреть сервопривод, разбирать. Итак, в первую очередь вот опускаем крепление. Вот сервопривод вот находится. Вот головкой на 13. Защиту на 10 тоже надо. Сервомотор. Сейчас отцепляем две фишечки. 4 болтика на сервомоторе откручиваем. Вот снял сервопривод. Ну как бы по первому взгляду вроде как бы все нормально. Тут как бы сам сервомотор. Вот у нее шестеренка. Ну вроде как бы она. Ну и вот я разобрал сервопривод все-таки. Какие причины? То есть вот шестерня это нормальная. Самое интересное, это вот здесь вот она. И вот эта вся больная причина у них вот. Стерлись. Конкретно стерлась. И многие делают, что их переставляют вот в этот диапазон и начинают вроде как бы дальше работать. Но, скорее всего, ненадолго хватает. Щетки, как вообще, более живые. На моторчике нормально. Сама шестерня здесь. Но видно, что... Вот как бы собрал сейчас все. Буду опробовать. Посмотрев на это все, я принял решение. Вот я увидел, где работает, в каком диапазоне. Работает от сюда и до сюда эта шестерня. Все, больше она не работает для того, чтобы включить механизм привода. Я беру просто ее и переворачиваю. То есть, таким образом, вот этими зубчиками я переворачиваю от этого вала вниз. И я думаю, что все у нас заработает. X-Drive, the new intelligent four-wheel drive from BMW. A new dimension of driving dynamics with outstanding levels of traction. In extreme cases, the entire driving force can be diverted onto the front or rear axle. If more drive is needed on the front axle, an electric motor turns a cam disc and the multi-disc clutch is pressed together by a lever mechanism. A link chain transfers the desired force onto the front axle. When the clutch is released, more power is transferred onto the rear axle. X-Drive is able to variably distribute driving force. From the first touch of the accelerator, X-Drive regulates power distribution and brings the complete engine power onto the front axle and thus onto the road proactively. In other words, before the wheels of the rear axle even start to spin on the ice. When driving over the second ice sheet, the whole power is distributed onto the axle that has the better grip. Vehicles have a tendency to understeer when in the curve. The driving force on the front axle reduces lateral force. The vehicle steers less than the driver would wish and swings over the front axle out of the curve. X-Drive, however, recognizes a tendency to understeer thanks to its DSC sensors and moves the driving force from the front to the rear axle. Without the driver noticing, driving characteristics are perfectly matched to the given. X-Drive, the new intelligent four-wheel drive from BMW.